Жизнь в новостройке с плесенью и повышенной влажностью. Телесюжеты о жителях города Видное. Их дома мечты оказались трещинами в стенах и потопами. История о людях, купивших квартиры в новом микрорайоне и вынужденных жить в неблагоприятных условиях. Об этом наша съемочная группа представила репортаж с колес на фестивале телекомпании Московской области «Братина». Грязь прямо упала. Ноги поехали. Скользко было, дождь шел. Участие принимали съемочные группы из разных подмосковных телекомпаний. Задача – сделать репортаж в незнакомом месте за короткое время. Телесюжет со строгим ограничением – 2 минуты, коротко и ясно. Это главный конкурс фестиваля. Телерадиокомпания «Щелково» заняла 1-е место и стала победителем в этой номинации. «Братина» считается самым значимым фестивалем телекомпании Московской области и объединяет вот уже 20-й раз тележурналистов не только из Подмосковья, но и других регионов России и зарубежья. В этом году фестиваль прошел на территории Госфильмофонда города Домодедово. В общей сложности в телеформе приняло участие 250 человек. Это 49 телекомпаний, и из них 12 зарубежных – из Сербии, Латвии, Белоруссии, Болгарии и даже Объединенных Арабских Эмиратов. В этом году впервые приняли участие журналисты из Китая. Фестиваль прошел под патронажем губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Братина-2016» – это целый телемарафон. Несколько конкурсных дней, 2 дня вручения наград. Жюри фестиваля предварительно отсмотрело около 300 присланных работ. В специальном конкурсе «Золотой Витязь» наша телекомпания вошла в тройку призеров и взяла почетную бронзу за проект «Выход есть». Диплом вручили генеральному директору телерадиокомпании «Щелково» Евгению Докукину. Отдельно отметил нашу телекомпанию «Союз журналистов Подмосковья». На сцену пригласили молодых сотрудников и наградили призом за успешный дебют. И каждого встретили овациями. Победителям вручили необычные призы – эксклюзивные вазы из гжели. Главная же деревянная чаша, символ фестиваля, перемещалась по залу. Так традиционно проходит закрытие мероприятия. Все участники из чаши делят напиток между собой. Ведь «Братина» – настоящее журналистское братство. Коллеги по ремеслу не только соревнуются в конкурсах, но и повышают свою квалификацию, участвуя в мастер-классах и общаясь между собой. Такой творческий обмен не купишь ни за какие деньги. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».